Всем-всем здравствуйте! Спасибо большое, что вы зашли ко мне в гости и смотрите мои истории. Огромное всем спасибо! Я очень люблю подсолнухи. Они напоминают мне о моем босоногом детстве. У нас в деревне, рядом с нашим домом, были поля, подсолнуха, кукурузы, хлеба, пшеницы. И мы бегали все лето босиком. Это моя красавица комнатная роза. Я ее помыла и удобрила, и поставлю ее опять на ее место. Очень люблю скатерти. Я покупаю материал и сама шью скатерти, потому что стол у нас большой. И такие, если продаются, это очень редко, но я покупаю то, что мне нравится, и шью. Меняю скатерть по мере загрязнения, но она не пачкается, но для свежести я меняю один раз в 2 недели.
люблю такие вещи, это вышивка, полевые цветы, и мне очень нравится, и у меня их и несколько штук, и я меняю то же самое вместе с скатертью. Очень красиво. Эта свечка с малиновым таким запахом очень вкусно пахнет. У меня на кухне есть открытые полки, на которых находятся вещи, которые мне нравятся. Я не боюсь открытых полок, пыли там почти что нету, и я один раз в две недели просто протираю для свежести. Сегодня я приготовила очень вкусный салат, летний салат. И готовится он очень быстро, получается такой витаминный, вкусный, питательный. Для этого я взяла листья салата. У меня такой смешанный салат. Берите любой салат, который есть у вас. Если листья большие, порвите руками. Туда добавить зеленый лучок, перышки зеленого лука, свежая зелень. Помидоры черри несколько штук. Потом кусочек фета, брынза, у меня овечья. Соль по вкусу. Красный сладкий перец, кусочек небольшой. Оливковое масло. Вот это все, что нужно для этого салата. С любым гарниром очень вкусно получается. У меня был на гарнир рис. Thank you.
Спасибо большое, что вы были со мной в этом видео. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши лайки. Не стесняйтесь, подписывайтесь. Спасибо большое всем, всем, всем. До новых встреч в новых моих историях. Пока-пока.